Известная певица Диана Гурская во второй раз столкнулась с трудностями при оформлении визы. Проблема возникла из-за того, что на всех документах Диана, слепая от рождения, сфотографирована в затемненных очках. Как следствие, компьютерная программа выдала певице отказ, поскольку таковы требования США, несмотря на то, что при личной встрече один из консулов не гарантировал Гурской получение визы, вопрос решился довольно быстро. Посольство США в России все же пошло навстречу. «Визу мне выдали вчера, там я на фотографии в темных очках, и если честно, я фактически не сомневалась в благополучном исходе моего вопроса», призналась Диана. Впервые певица столкнулась с той же проблемой при оформлении британской визы. Тогда от Гурской потребовали снять очки. Однако довольно скоро требования отменили. И хотя в обоих случаях вопрос решился в пользу известной певицы и по совместительству посла Паралимпийских игр в Сочи, она намерена добиваться справедливости для всех россиян, инвалидов подобного статуса.